Короче, привет. О, чел летает. Но я построил хату для Бадварса. Давайте вкратце объясню. В общем, во-первых, тут есть окошко, ну вот это вход, кто не понял. Тут есть окошко для просмотра, есть ли челик или нет. Но это не единственный вход. Ну, можно отсюда выйти. Это можно даже сказать. Ну ладно, это выход. Точнее, это вход. Не знаю, как сказать. В общем, есть еще один более потайной. Да, поставил тут гаражки, но это не просто так. Хотя, ну и для красоты тоже, но не только. В общем, есть еще такой потайной выход, если вы заметили то, что тут стоит какой-то чел, ну или прошел по-быстрому какой-то чел, вы боитесь выходить, думаете, то, что вас подкрысит, можно выйти по-быстрому отсюда. И просто навалять ему сильно. Давайте закроем пока. Также, если вас рейдят по дверям, можно спокойно отбить рейд с помощью вот этой крыши. Конечно, не видно челиков, которые стоят вот тут. Ну, только если макушки, так прям, ну ты не сможешь выстрелить. Но если человек стоит где-то вот здесь, здесь, или вообще на улице, отсюда выходит, он тебя не видит вот так. Ну, только если будет прям вот так присматриваться. А ты зато его еще как видишь. Причем можно убить, короче, в голову, да. Потом, тут мейн. Как я и говорил, это же для Бэдварса, поэтому здесь вообще три кровати помещаются. Одно сжёг нечаянно, но вообще помещаются три кровати. Тут у нас шкаф. Тут можно сделать лутрум. Я забыл вам сказать, то, что вот это скидочное. То есть, если ты кого-то убил по-быстрому, можешь занести рез и пойти дальше. Очень удобная хрень. В принципе, по первому этажу все. А, нет, не все. Есть еще вот такой просмотр второго этажа. Если вас взрывает в крышу, можете сидеть тут тупо с помпом на зеленых или там, не знаю, с калашом, как я, и чекать всех. Потом, второй этаж. Тут есть вот такие вот полки. На втором этаже можно делать лутрум, но только с помощью полок. Потому что, ну из-за чего я вам потом объясню. В общем, можно сделать только с полками. Но мне кажется, это даже удобнее. Мне нравится. Теперь залезаем на крышу. Ой, ну да. Это отстрел. Можно чекнуть, есть ли кто-то на отстреле. Но навряд ли. Отстрел полностью круговой, защищенный. Выходим на отстрел. И вот с отстрелом. Из-за этого, кстати, не ставятся нормально стены и, в общем, нельзя сделать нормальный лутрум из-за вот этих щелей. Я их сделал для того, чтобы можно было чекать второй этаж, либо со второго этажа чекать третий этаж. Ну, точнее, отстрел. Ну, можно назвать третий этаж. Выходим на отстрел. В общем, давайте сначала покажу вам заход на крышу. Он удобный, кстати, можно быстро залезть, если чуть-чуть приловчиться. Бам-бам, все. Ну, крыша, в принципе, как крыша, поэтому я ее показал заранее. Отстрел — это самая сочная фигня. Мне, по крайней мере, он нравится, он удобный. Хату, сразу говорю, тестил. Пару раз было в соло. На хату в Бадварсе спокойно можно нафармить в соло. В соло. Но если фармить где-то минут 15 времени из 20. Ну, в принципе, возможно, я это делал. В дуо, трио, это, в принципе, трио хата. Можно спокойно вообще за минут 5 нафармить на эту хату и строить сколько хочешь. В общем, если, кстати, строить эту хату не в Бадварсе, а, в принципе, строить ее в выживании каком-нибудь, ну, в байпе, то можно эти гаражки вообще не ставить. Я их поставил тупо для Бадварса, потому что металла там дофига у вас будет. В общем, здесь можно спокойно чекать вниз, можно залезать, чекать вверх, ну, то есть отсюда, с помощью вот этой треугольной крыши. Если, то есть, чтобы взорвать первый этаж, если челики сразу будут тупо в стенку в первый этаж долбиться, они по-любому попадутся на гаражки. Сначала они будут долбить гаражки. И тут они попадутся, можно спокойно взять и чекать.
Да и при том это плюс 3 ракеты к вашей хате. Незначительное число, но все равно. Опа. У меня исчезло тот треугольный потолок, крыша. Ну ладно, не будем обращать на это внимание. Можно чекать еще отсюда, снизу. В принципе, можно еще сюда поставить маленькие ящички. Давайте я это сделаю. Зачекать вообще удобно. То есть, да, это плюс 1000 к отстрелу. В принципе, все. На этом вся хата. Можно построить 3 этажа. Изначально я задумывал строить 3. Если будете все-таки строить 3, то стройте первые 2 этажа, как вот этот вот. Один в один, только без удобного. Вот. И все. И без шкафа кроватями. Все, тупо такой же этаж. А третье можете строить уже вот по такому принципу, чтобы был чек на второй этаж. Можно было спокойно чекать второй этаж. В общем, сами додумайтесь, как это строить. Кстати, если будете делать это на вайпе, то можете сюда поставить троечку. Либо внутрь. То есть отсюда. Боже, куда я улетел? Все, хату, в принципе, рассказал вам. Эта хата была ну, для бодварца. Я, в принципе, наверное, в скором времени ее улучшу, либо сделаю вообще новую хату. Это так, прототип какой-нибудь. Но я ее испытывал, она довольно удобная. Причем на бодварсе довольно мало человек строит нормальные хаты. Некоторые строят просто коробки и вышка. Все. Это единственное, на что додумываются люди. Давайте. До нового видео.